итоге получился зрелищный поединок. Неплохой лоу-кик от Самата. Фронт-кик в область туловища от Батукаева. Много стали передвигаться бойцы, работают на ногах. Уже 3 минуты позади, уважаемые друзья. А интересным моментом мы можем пересчитать лишь на пальцах одной руки. Но вот сейчас неплохой хай-кик, скрытый ударом с правой руки. Но не хватает, вот фронт-кик навстречу, но не хватает продолжения, не хватает серийности, не хватает атак вторым, третьим, так сказать, эшелоном. Вот очень интересно, конечно, узнать геймплан бойца из Казахстана, что ему советовали углу, как он должен был действовать, чтобы победить. Оу, хороший хай-кик и сам лоу-киком. Лоу-кик доносит до цели Джакфаров. В клинче действуют борцы. Попытался провести тейк-даун боец из Казахстана, но не удалось ему. Жесткий обмен ударами мы видели. И удары именно с ног. Именно на них делают акцент оба бойца. Проваливает соперника Батукаев и взрывается из многоударной серии на средней дистанции. Доносит свой удар до цели. Пусть они не были такими сильными, вот сейчас огрызается Джакфаров. Левый боковой, правый прямой, правый по касательной рядом проходит также. Сейчас опасно очень сближался Джакфаров. Левый миддл-кик и левый боковой. Еще один хороший левый миддл-кик. Вот это уже интереснее со стороны Джакфарова. Довольно-таки ощутимо донес он свой удар до цели. Второй раунд. Стартует у нас вторая пятиминутка. Противостояние в легчайшем весе. Беркут Янг Иглс, это гран-при. Самат Джакфаров против Саидмагомеда Батукаева. Предпочитают бойцы действовать на ногах. Хороший миддл-кик от Джакфарова мы с вами увидели. Фронт-киком отвечает отталкивающим Саидмагомед Батукаев. Средняя дальняя дистанция. В большинстве своем именно на этих дистанциях работают бойцы. И преимущественно удары ногами. Их исполнение мы сегодня видим. Слышим мы подсказки из обоих углов. Суть в том, что вот именно могу перевести то, что Саидмагомеду подсказывает, что нужно работать серийно. Один удар не пройдет, если даже пройдет, он не будет эффективен. И вот попытка тейкдауна со стороны Самата Джакфарова. С одной ногой работает этот боец, пытается вытянуть ее. Хороший баланс показывает Саидмагомед Батукаев. И отражает эту попытку тейкдауна. Соответственно, не удается она Самату Джакфарову. Вынужден стоять на ногах и обмениваться ударами с соперником Джакфаров. Обмениваться, наверное, будет громко сказано, перестреливаться, наверное. Потому что обмена в этом бою мы видим, к сожалению, не так часто. И вот работа в клинче. Два колена и миддл-кик. И вот
левый боковой от Батукаева. Справа на встрече также работал Джакпаров. Обмен ударами в туловище. Вот уже становится интереснее. Все больше и больше ударов выбрасывают бойцы. Хорошая двойка от Джакпарова. О, и правый навстречу. Капа выпадает у Джакпарова. Очень жестко навстречу поймал он соперника, но судья останавливает бой и возвращает бойцу Капу, бойцу из синего угла. Потрясен был в определенной степени Джакпаров. Выдержал он удар. Еще один правый прямой. И уже левый мидл догонку. И очередная попытка тейкдауна со стороны Самата Джакпарова. Прекрасно на ногах стоит Садмагомед Батукаев. Вероятная устойчивость у этого бойца из клуба Беркут. Даже намека на то, что может быть переведен в партер, он не дает сопернику. Ни сопернику, никому. И вот здесь работа в клинче. Попытался на коротке левый локоть. Вот уже повторный раз донести до цели Джакпаров. Еще один. И вот тут в обмене правый боковой точно доходит до цели Сайдмагомеда Батукаева. Колено. Корпус бьет Батукаев. Попытался он развернуть Джакпарова. Не получилось у него это. Сейчас очередная попытка отойти от клетки. Вяжет пока что Джакпаров. И еще колено, но тут же пропускает сам левый боковой от Батукаева. Локтями предпочитают действовать здесь на коротке бойцы. Оно и оправдано, потому что дистанция близкая. И вот накрывает соперника Садмагомед Батукаев. Очередная попытка тейкдауна со стороны Джакпарова не увенчалась успехом. И вот здесь забивающие удары. 20 секунд в распоряжении у Батукаева для того, чтобы развить свое преимущество. Поставить жирную точку в этом раунде. Но обездвижил соперника Джакпаров. Работает он с кистью. Сковывает движение. Ну и, конечно, есть смысл Джакпарову принимать какие-то действия, потому что явно он вступает. Во втором раунде был более решительным боец из Казахстана. Но в итоге сам накрылся, и вот эти добивающие удары, они, конечно, не пошли ему на пользу в плане подсчета очков в глазах судей. Вот так интересно встречает своего соперника Батукаев. По опорной ноге пробил боец клуба Беркут. Мидл кик от Батукаева. Еще один удар в область печени. Теперь уже с руки. Вызывает влево двигаться в сторону. И справа бить Батукаева. Теряет равновесие Джакпаров, но это не от удара. Вот и сам справа попадает. На выходе еще один мидл-кик от Батукаева. Казалось бы, хотел пробить коленом. Влево вот левый попадает, боковой. Что-то. Немного присел на какое-то мгновение. Височную часть попала туда же, локоть добавляет Садмагомед Батукаев, на джеб натыкается. Очень два опасных удара произвел как раз таки Садмагомед Батукаев. Правый с дистанции, но продолжение не последовало. Хотел связать эти удары, правый прямой и левый мидл кик, но отошел соперник на дальнюю дистанцию.
И вот хорошая двойка из левши от Джакпарова. И очередная попытка тейкдауна. Мощи не хватает, конечно, бойцу из Казахстана, чтобы осуществить эту самую попытку. Не может он никак перевести соперника в партер. А иногда, вот как сейчас, сам да. оказывается переведенным. Не рассчитал, да, и потеряв равновесие, сам оказался не особо невыгодной для себя позиции. Потукаев оттягивается, включает локти в очередной раз. И спокойно контролирует он соперника. Это уже 14-й поединок, друзья. Последний в рамках гран-при. Еще 6 боев нас ждут рейтинговых. Хороший локоть. Один. И рассечение появилось у Потукаева. И очень серьезное рассечение, действительно, у Завкарова. Результативное действие со стороны бойца клуба «Беркут». Кровь прям хлыщет, мы видим. Районные брови, рассечение получил Жакпаров. Попытка Кимура от Жакпарова. Активно защищается Батукаев. И вот охотится за рукой, продолжает это делать Джакпаров, не отпускает ее, но грамотно спрятал эту самую руку Сайдмагомед Батукаев. Минута до конца раунда, до конца всего поединка. Устал. И хороший свист, пожалуйста, все-таки выходит наверх Джакпаров под самый занавес этого поединка. И вот он шанс за 50 секунд до конца боя. Извлечет ли дивиденды из этого положения сама Джакпаров? Очень неожиданно оказывается он сверху. Позиция бэкмаунт. Пытается встряхнуть его с себя Батукаев. Но Джакпаров, в свою очередь, максимально хочет получить выгоду из этой ситуации. В плане очков, конечно, это ничего ему не принесет. Нужно идти в банк и пытаться досрочно завершать этот бой. Иначе он это поединок не выиграет. 16 секунд, 15 секунд до конца, даже чуть меньше. Жакпаров вовсю пытается извлечь дивиденды из этих последних секунд, но тяжело. Выживает буквально Батукаев, и все. Поединок завершен. Ждем решения судей. За исключением вот этой концовки, я думаю, Батукаев контролировал данный поединок. Слишком поздно, конечно, оказался выгодно для себя позиции Джакпаров. Хотя он пытался, он старался переводить соперника, не получалось. Лишь тот самый свип мог позволить ему переломить ход противостояния, но слишком поздно это было все. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боец красного угла Сайдмагомед Батукаев. Клуб «Беркут», Россия. И ваши аплодисменты его сопернику Самату Жакпарову. Поздравляем Сайдмагомеда Батукаева. Ну и, конечно же, присоединяемся аплодисментом Самату Джакпарову. Он показал достойный бой. На этом гран-при турнир.